Не менее 12 миллиардов рублей планирует вложить китайская госкорпорация Сычуань Railway Group Co. Ltd. в строительство производства в Балахнинском районе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с руководителем представительства госкорпорации в России Джен Хунтао. В ходе заседания обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного комплекса, в котором планируется производить ориентированно стружечную плиту для строительных материалов. Предприятие позволит создать 400 дополнительных рабочих мест в регионе. У нас осталось очень хорошее впечатление после встречи с губернатором Нижегородской области. После встречи у нас появилось больше уверенности в том, что стоит инвестировать деньги в Нижегородскую область. Наша корпорация и правительство провинции Сычуань заинтересованы в этом сотрудничестве. Мы уверены в успехе данного проекта.